Так, скажите, какие у вас места? У нас шестой ряд, билетаж. Три, два, четыре. Очень билетаж. То есть ничего не видно, да? На самом деле мы не представляли, что мы будем сидеть так далеко, когда нам предложили пойти в театр. Нам не сказали ряды. А вот вы сейчас посмотрели «Мастер и Маргарита» первый день. А как, понравился вам спектакль? Спектакль понравился, да? И актер очень хорошо играет. Ну, в принципе, восторг. Все, отлично, спасибо.